Итак, ребят, всем ку. Ну что, прибыл я домой. Все-таки залутал я в те дома там. Вне записи. Не знаю, все, не все, но кое-что нашел. Пару чертежей нашел. Там кровать, диван. Где у нас тут мебель? Что у нас новое? Кресло. Плюс нашел я себе, получается. Идемте покажу. Расширил немножко наш домик. Нашел картину. Повесил сюда, чтобы красиво было. И полотенечко. Блин, единственное, знаете, что меня напрягает моей вот этой постройки железной? Не то, что она вся дырявая и ржавая, а именно звук ходьбы, как он по металлу ходит. Чё-то как-то оно мне по дереву, оно как-то поприятней. Я вот единственное, что думаю, может мне каркас снести металлический, сделать деревянный, а стены из металла. Ну, то есть, чтобы каркас деревянный был, чтобы было приятно по нему просто ходить. Я все равно буду потом зашивать это все улучшенным вот этим вот. Где она? Вот этой вот стеной. Улучшенное буду делать. Как думаете? Внешний вид будет получше. Плюс его покрасить можно будет. А вот этот вот звук сам по металлу. Не знаю, мне что-то в уши режет. А так как я здесь буду проводить время, я думаю, что я буду здесь проводить время. Может, реально сделать деревянные? Ну, не знаю, посмотрим. Можете написать ваши комментарии, как думаете. Просто по деревянному, вот я его вообще не слышу почти. Оно шикарно. Так, ладно, давайте скушаем это все. Пойдем посадим. И сплаваем, получается, сейчас, секунду. Да, микро включен, все включен. И сплаваем с вами туда, куда я и хотел. Дальше будем разведывать нашу крысообстановку. Блин, я, наверное, все-таки так и сделаю. Я возьму, снесу это все потом. Ну, плюс-минус, чтобы вы понимали, что я хочу сделать. Здесь выход на второй этаж. Здесь у нас еще комнатка будет. Может, мебель у нас просто будет стоять. Крыться телевизор и тому подобные вещи. Так, бревнышки до сюда. И дерево до сюда. Потому что тоже хочется играть, чтобы было все приятно. И меня напрягает, что тут нету лестницы. Но обычной такой, знаете, как... Здесь лестница единственная, это вот только такая. Может, конечно, в дальнейшем и будет лестница, я найду себе ее, но... Как-то так. Короче, если в следующей серии вы увидите, что у меня здесь что-то поменялось, то не удивляйтесь. Я это все переделаю. Просто хотел посмотреть, как она будет все выглядеть. Да, давайте, наверное, мы с вами... Даже не знаю. Блин, давайте, наверное, сплаваем все-таки к домикам там. А потом попробуем открыть... Так, что в сундуке пусто. Да, в сундуке пусто, в сундуке только водичка. А потом попробуем с вами открыть второй уровень. Посмотреть, что там будет находиться. Так, поплыли. Поплыли смотреть. Так, эта коробочка у меня плавает. Там либо червяки, либо уголь что-то было. Ну, я думаю, но нам не надо с вами. Пусть плавает. Это как было раньше. Вот это вот по реке плывет кирпич, деревянный как стекло. Ну и по себе плывет, нам не нужен пенопласт. Ну что-то типа вроде этого. Так что здесь мы тоже с вами лутались. На этом острове мы с вами лутались. Блин, там у меня вещей накопилось, которые продать надо. А, да, кстати, я себе шлепки нашел. Ля какой. Не, ну вообще красавец парень, да? Достойный лайка, подписки, комментария. Что, не стесняйтесь. Спонсоры тоже приветствуются. Это так, к слову. Ладно. Обнаружено новое место. Полицейский участок. Ну, по-любому в полиции оружие должно быть. По-любому в полиции должно быть оружие. Блин, а может я вообще из дерева себе базу полностью? Ваша база под атакой. Блин, на меня зомби напали. Ага. Ладно, возвращаемся. Возвращаемся, на меня зомби напали. Этот, может вообще деревянную базу полностью всю построю из дерева, а потом просто обошью ее вокруг
этим металлическим. Просто реально мне приятнее, когда оно... Ты ходишь по металлу. То есть это по дереву, а не по металлу. Да плыву, плыву. Я и так 60 км в час на этом катамаране делаю. Можно, конечно, и лодку построить, но у нас горючки мало. А я еще не имею его добывать. Так, давай сразу берем копье. Сейчас как раз посмотрите. Они, наверное, уже мой забор разломали. Я в этом уверен. Уже все разломали, да, падлы? Наверное, металлический каркас там, где у меня стоят растения, я убирать не буду. Чисто, чтобы на металле оно росло. Все остальное я переделаю. Так, ага, вон они. Ля, сколько их. Ну шо? Ку-ку, ёптит. Ля, у них в руках что-то есть там. Слышь, отстань, пожалуйста. Алло. Алло, что ты делаешь? Алло, что... Что ты делаешь? Ты чего? Ой, ё-моё, беги, Арчи, беги. Беги. А у меня еды нету с собой, да, у меня еды нету с собой. Блин. Ах. Ты, батла. Точку возрождения. Простая кровать. Простая кровать. Ах ты, падла, сейчас ты меня... Отстань, пожалуйста, от моего дома, ты чё, прикалывайся? Ты чё, издеваешься? Так, понял. До побачения, я сказал. А где болты? Алло. Алло, игра. Блин, у меня болтов нету. Где мои болты? Где мои болты? Дай мне еду сюда. Все, и дай мне болты. Нет, не эскейп. Так, Арчи, не спеши. О, все. Где ты? Где ты, придурок? Ой, все. Да как так? Все, отстань от меня, отстань. Блин, я все... Все пропало, ребят. Все пропало. Падла, разломали все подряд. Сейчас ты меня, да, сейчас ты меня. Падла. Потыркаешь. Ну вот, ну что это такое? Это эти деревянные заборы вообще не спасают. Где ты? Где ты? Попал? Попал, не попал? Я тебя не вижу. Ага, кто-то еще есть, да, тут? Кто-то еще тут есть. Ага, вон ты где. Ля, и сбоку еще, ё-моё. Алло, ты где? Так, взять все. Нет, продолжить. Я его не вижу. Я тебя не вижу. Отстань. Ну? Давай. Надо... Так, ладно, давай деревяшки заберем. Блин, а ты подойти не хочешь, а я поспать могу. Чтоб светло было, мне еще не время спать. Еще не время спать. А подойди ближе, чтобы я тебя заметил. О! Здорово! Сейчас, ребят. Мясо. Мясо нам надо. Есть. Тычку дал. Ага. А ё-моё. А, отображение прям как в Расте, да, попадание? Так, а где ты? Где ты? Ты где-то тут, да? Ты где-то тут, падла. А где ты? Где ты? Алло. А! Ой, нет, убегай, Арчи, убегай. Не-не-не-не, никакого кровотечения. А, давай, запрыгни, пожалуйста. Ну запрыгни, я не хочу откисать. Взять все.
Ой, бред, какой бред, какой бред. Блин, и что делать, и что делать? Они прорывают, они реально прорывают все подряд. Да отстань ты. Отстань ты от меня. Ты либо подойди ко мне, либо я не знаю, где, ну где она? Где она стреляет? Мне надо ждать только рассвета. Блин, надо в полицейском участке, наверное, искать себе оружие какое-то, потому что это вообще не вариант. Я его не вижу, честно, я его не вижу. Что это такое? Взять все. Надо занямать. Надо занямать и ждать, пока можно будет поспать. Еще не время спать. Блин, у меня факел, конечно, есть, но я же тебя не увижу там. Где ты? Вот вы его видите? Я его не вижу сейчас. А! Вот ты где, падла. Наверху, да, ты запрятался? Отстань, отстань, отстань. Отстань, дядя. Есть. Все. Даже сейчас, если откисну, то ничего страшного. Победили. Да. У, бред. Ну, то есть, понимаете, я могу отплыть куда-то, они мне базу унесут. И шо? И шо делать? Заборы ставить, а толку от этих заборов? Крыться толку от этих заборов? Блин, надо думать что-то. Это падла еще наверх залезла. Это падла еще наверх залезла. Что у тебя было, Анна? Ничего. А у тебя? Как ты сюда вообще залез? И зачем? Придурок. Ага, ага, ага. И шо нам делать? Кроме того, что муравью приделать. Ну, вы видите, да, они разнесли полностью у меня вот отсюда по эту вот так штуку стояли. Они их даже не убивают. Да, 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 да. Так. Металлическая бронеплита. Колючая проволока. Брать металл и ставить колючую проволоку из металла, потому что дерево вообще не помогает. Так. Металлическая защитная. Угу. Металлические ворота, металлические ворота. Баррикада. Еще и баррикаду. Я не знаю, надо что-то будет думать, потому что мы с вами так далеко не сможем отплыть. Потому что реально мы с вами не сможем. Они уничтожили. Вы видели, они уничтожили мне мою. Эту, как его. Коптильню, не коптильню, где я воду себе делал. И стол. Падла. У меня здесь стоял опреснитель же для воды. А сколько он стоит у меня? Так, 10-3. У меня есть оно? Так, 10-3, 10-3. Так, дай сюда. А я даже не заметил. Даже не заметил. Блин, его опасно сюда ставить. Его надо, наверное, куда-то... Куда-то, наверное, сюда. С этой стороны. Да? Как думаете? Сюда его ставить? Но по-другому просто реально опасно это делать. Или сюда сбоку поставить. Хотя я здесь хочу убирать этот, как его, металл. Блин, падла, грёбаная падла. Ладно, ладно. Давайте, наверное, мы, знаете, как поступим с вами. Сделаем вот так. Покаместь. Покаместь я это ставить ничего не буду у себя здесь. Я сейчас плаваю в полицейский участок. Сплаваю в полицейский участок. Я... Приду домой, скину все, что нам не нужно, и тогда уже будем заниматься. Так. Угу, угу, весело.
Весело. Я думал, мы спокойно с вами покатаем, поиграем. Так сказать, налегке. Но не получилось. Ну ладно, ладно, это игра. С кем не бывает. Так, давай, наверное, 30-ку возьмем. Тряпочку мы оставим. Блин, это опасно уезжать, да? И оставлять. Ну, что поделаешь. Так, энергию будем восстанавливать. Чуть-чуть здоровье восстанавливать. Да, надо будет, наверное, восстановить. Потом надо будет сейчас покушать. Ой. Не то, не то, не то, не то. Не то съел. Ладно, ты пока не жарься. Пока не жарься. Но я думаю, вот эти штуки нету смысла ставить, либо есть. Ладно, давай поставим пока. Тема, может, их отвлечет на пару минут. А потом уже будем... Будем думать. Будем думать. Так. Где ты? Вот ты. Давай хотя бы как-то... Как-то... Так, сначала поставим. Так, поставлю так. Побольше. Все. Не могу больше, да? Да, не могу. Поплыли с вами. Давай выбросим. Поплыли с вами в полицейский участок. А потом приеду я домой. Разберу полностью все. И что-то подумаю. Может, просто деревянными заборами обставлю. Может, еще что-нибудь. Как-то что-то кого-то. А я могу собрать тебя? Дорожку? Нет, не могу. Ладно. Ладно, я думаю, что... Думаю, что нам пока мисс этого должно хватить. Так, все, поплыли. А если бы я не вернулся, а еще хуже было, понимаете? Вот реально еще хуже было бы. Ну ладно, ладно, я понимаю, когда, к примеру, типа челики приплывают там на лодках, на всем остальном. Ну как зомбаки под водой. Так, будем думать, будем что-то думать, потому что, ну вы сами видели, какая у меня карта огромная. Ну то есть мне, к примеру, поплыть вот в эту точку, вот сюда куда-то, и все, и у нас минус база. Минус база, минус запасы. Можно было, конечно, на скале сделать схрон себе, но вы же видите, они на скалу залазят. Ладно, 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 будем что-то... Что-то думать, заставлять это все заборами деревянными, наверное, по максимуму как-то. Либо я не знаю. Да, думал будет лайтовая серия, что мы чисто сплаваем куда-нибудь, посмотрим. Оказалось, что не получилось. Так, что тут под водичкой? Ничего нету. Это что там? Вроде ничего. Ну знаете, что мне понравилось? То, что у меня в инвентаре вот этот арбалет ничего не выпал. То, что я там запасы потерял вот тут. Что такое себе? Так. Давай, как говорится, фармить. Давай смотреть. Что у нас тут с вами есть. Так, арбалет. Давай смотреть. Тут стопудово кто-то есть. Так, металл мне пригодится. Но, судя по музыке, явно тут кто-то есть. Да, ребятульки? Ребятушечки. Тут мародеры. Не, ну с мародером мы, я думаю, разберемся. Ну, на крайняк отдадим все и уедем домой. В расстроенных чувствах. Так, вон остров есть еще какой-то. Я, может, сюда перееду. Посмотрим, надо будет загонять, потом посмотреть. Потому что мне мой остров реально не нравится. А здесь вроде какая-то построечка есть. Хотя, если они там возрождаются, зомбаки в той постройке, это будет печалька. Так, металл, отлично. Кань тоже хорошо.
Так, надо будет, наверное, сделать рыболовную сеть. Хотя они, наверное, сеть мою разберу, да? Это же полицейский участок. А дайте мне, пожалуйста, оружие. Алло, Ира. Хоть какой-то дробовик, типа, и этот, как его, и... О! О! Ты чего? Алло. Алло, 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 алло. Алло, я попадаю в тебя? Алло, попадай, пожалуйста. Не ха, а попадай. Ты издеваешься? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй, меня сейчас вручную плыть туда. Хорошо, хорошо, мне проще, наверное, взять копье. Проще взять копье. Так, давай сюда еду, здоровье, да. Здоровье плюс 50, жажда, голод. Тут тоже. Ну, будем тратить запасы, а что делать? Здоровья у нас, конечно, мало, ну ладно. Блин, а это закат или это рассвет? Просто я же не доплыву туда. Я замерзну. Ладно, сейчас возьмем копье и попробуем забаранить его. Либо ее, кто это было там. Так, самое главное, чтобы это был рассвет. А, 19:25 это закат. Мне надо быстрее это делать, потому что я сейчас буду скоро замерзать. А, я уже замерзаю. Да, я уже замерзаю. Надеюсь, я успею. Так, давай на этот остров. Видите, у меня потихонечку ПП откисает. Но по-другому никак. По-другому никак. Мне пришлось бы ждать, бы, к примеру, там минут 20, пока я смог бы поспать и восстановить полностью здоровье. Так, все, хорошо, все, не переживай. Как мне ее в темноте теперь забаранить? Вот это вот малыха. Холод, возле огня надо быть, а у нас нету ни дерева, ничего с собой. Ну, надеюсь, мы сейчас пополним с вами запас здоровья. Все, хорошо. Отлично, отлично, отлично. Так, дай мне еду. Все. Давай мне сюда копье. Я аж не могу ничего построить, да, ничего не построить, потому что... Ладно, побежали. Надеюсь, мы успеем ее забаранить. Только я ничего не вижу. Если честно, я ничего не вижу. Так, тихо. Иди сюда, малыха. Алло. Трошки есть, а у меня еды больше нету, да, у меня ничего нету больше. У меня нет больше ничего. Угу. И лодка мне опять там осталась. Ладно, 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 ладно. Спать еще рано. Рано еще спать. Напомни, как мне аптечку тут делать. Так, раз, два, три, четыре. 4. Все, хорошо, 4. 4 у нас есть. У них оружие. Я не знаю, выпали ли у меня потрошки, остались ли там потрошки, либо любовь. Так, сохранить выйти мне не надо. Мне нужно сделать вот так. Нужно сделать вот так. Блин, у меня там и клубника осталась, да? Ага, а что, ты не хочешь? Понял. Неужели я не могу собрать клубнику? Или могу, и чтоб... Да, могу, хорошо. Лимоны я тоже могу собрать, отлично. Так, здесь я могу посадить. Вот, у меня еще клубничка осталась. Так, давай сюда, давай сюда. Давай мне картосю, давай мне лимоны.
Надо будет потом что-то думать. У меня, конечно, есть мой пехоль вот этот вот однозарядный, но я думаю, толку от него по большому счету не будет. Блин, мне поспать надо. Мне надо поспать, потому что днем плыть лучше, чем ночью. Ну, для того, чтобы еще спать, еще долго. Ладно, ладно. Так, хорошо. Давай добавим пока мест тебя. Добавим пока мест тебя. Так, ребят, давай, наверное, знаете, как поступим? Я сейчас нажму на паузу. Нажму на паузу. А как только наступит утро, я сразу подключусь. Мы поплывем с утра, попробуем забаранить все-таки тех, кто там остался. Может, даже нам оружие это, я надеюсь. И дальше посмотрим. И сплываем на соседний там островок. Так что все, не прощаюсь. Через пару секунд, как говорится, продолжим. Итак, ребят, ну что? Попытка номер 3. Пробуем. Пробуем, пробуем, пробуем. Побежали. Надо все-таки забаранить их. Я взял с собой, как видите, тут и бинты уже, и лекарства, и так, уваль, мне не надо. Уже нажарил себе столько всего, что должно хватить. Так, давай теперь возвращаемся. Там вроде один остался, только если не ошибаюсь. Да? Где-то наверху. Там где-то наверху, по-моему, где-то. Ага. Если оно не везет, то оно не везет. Сколько их там, я не могу понять. Ладно. Ладно. Попытка номер 4. Не, конечно, мог бы все это вырезать, и вы бы этого не увидели, но... А зачем? Мы же выживаем, правильно? Так как оно есть. Ладно, ладно, ладно. Давай. Главное сейчас, значит, аккуратно с арбалета попробовать их разобрать. Блин, я думал, там один остался, их там двое. И время 18 уже часов, 6 часов уже. Опять сейчас темнеть будет. Все, плывем. Не знаю, удобно, конечно, ему плыть. С арбалетом в руках либо нет, но... Просто если сейчас не получится, то мне придется... А, уже темно, да. Мне придется опять ждать, пока здесь будет рассвет. А у меня нету ни еды, ни воды, и как бы это все очень печалька. Ну, хоть мешки остаются с этим, с добром. Что ты его не тратишь. Ладно, 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 пока месь. Пока месь, я хоть что-то вижу. Блин, надо было с собой факелы взять. Надо было взять с собой факела. Так, короче, быстрее, пока месь хоть что-то видно. Но это реально нет, как и нечестно. В них оружие. У меня вообще ничего нету. Вот из-за чего я не хотел играть, типа, в онлайн, понял? Ну, то есть, с челиками. Потому что у них бы по-любому уже были бы стволы, а нас бы с вами бы ничего не было. Тихо, 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 тихо. Да с чего ты меня... Ой, баран. Короче, давайте так, я с ними разберусь, и тогда уже подключусь. Потому что это может продолжаться долго. Все, еще раз не прощаюсь. Ну, сори, ребят, что делать. Как только с ними разберусь, сразу включу запись. Не поверите, я наконец-то это таки сделал.
Я 8 раз как просто морской котик отсюда туда, отсюда туда, туда сюда, блин. Еле справился с этими челиками. Самое интересное, что я возродился, у меня там трое осталось, приплывая их четверо, забаранил двоих, возродился, приплывая их там трое. И вот это я плавал туда-сюда, что я не знаю. Если честно, то я хотел просто взять, удалить конкретно эту серию и сделать вид, что ничего не было, и начать следующую. Ну, думаю, ладно уже. Как говорится, показывать неудачи тоже, в принципе, можно на канале у себя, правильно? Так, как я и говорил, давайте сейчас заплывем на этот остров, посмотрим, что здесь есть. Потом отправимся домой. Я, наверное, без записи. Так, что там? Клан спасения. Блин, и тут клан какой-то. А если я откисну, я не хочу возвращаться. Я хотел просто посмотреть, что, что на этом острове. Отправиться домой. И без записи, это как его посмотреть. По поводу домика, переделать как-то его по-другому. Да, кстати, что мне в той турме удалось найти? Так. Опять вот эти... Вот, смотрите, у меня здесь что есть? Энергетик, сломанный пистолет, снайперская винтовка и части оружия. Я не знаю, где мне это все делать. Это у меня находится вот дробовик. Смотрите, сколько патрошков. Пистолет. Порошок. И плюс у меня еще в инвентаре. А, в инвентаре у меня ничего нету. Ну... По большому счету, хорошо, что я туда сплавал и не забил. Блин, я не знаю, стоит ли сюда сейчас плыть. Не разберут ли меня уточки? Ну, как думаете? Просто записывать уже 9-й раз это все, то есть туда-сюда плавать уже как-то не хочется. Ладно, по-быстрому сходим. Посмотрим, есть ли тут кто-то, либо нету. Если сейчас начнут стрелять, с вами убегим отсюда. Хотя, наверное, желательно сюда, днем приплыть бы, посмотреть. Так, что это у них? Так, рыбацкая сеть. Ага, но вы же ничего не видите, да? Так же самое, как я, ничего не вижу. Так. Тихо, 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 ты так громко не тыркай. Так, я чисто одним глазиком гляну, кто тут есть, кого тут нету. Если что, то мы отложим это все на следующую серию. Плывем сюда, посмотрим. Просто реально надо заниматься домом. Нужно как-то либо заборы ставить, либо стенки, либо я не знаю. Так как зомбаки меня разбирают просто в ноль. Так, ты кто? Взять все. Опять эскейп нажал. Здорово. Ага, а у вас оружия нету? Нет. А у вас оружия нету, да? Так, тихо-тихо-тихо-тихо. Тихо-тихо-тихо. Так, на лодочку. На лодочку. Хопа. Так, донде стали библиотека? Надеюсь, вы плавать не умеете. Ах, ты плавать умеешь, да? Стой, 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 не-не-не, до побачення. До побачення, до побачення. Так, а у меня есть бинты? Нет, у меня бинтов нету, да? А что у меня есть? Химическое вещество. Стой, погоди, 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 Арчи, не откисай. Арчи, не откисай, не откисай. Стой, 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 все, 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 все. Все, 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 хорошо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, Арчи, Арчи, Арчи. Короче, на этом я серию заканчиваю. Сейчас я дождусь утра, сплаваю, заберу. Заберу свое тело. Доделаю свою базу. Блин, надеюсь, они там не заберут у меня ни лодку, ни мое бренное тело. Вот это все разберу. И, наверное, натыркаю себе вот таких вот штук по всему периметру. Побольше, чтобы хотя бы остановили. Здесь, наверное, стенками это сделаю. Так что, ребят, давайте, наверное, уже увидимся, услышимся в следующей серии. Это какая-то вышла у нас... Блин, ну мне не нравится. Вообще не камерфа. Нужно будет домик переделать. Реально переделать. Подобавлять света сюда чуть-чуть. Таких вот лампочек. Или подвесных. И плюс нужно будет построить себе стол для крафта.
Где он у нас находится? А вот и оружейная мастерская. Ага, мне железный слиток нужен. Понял, понял. Короче, нужно будет следующий стол поставить и потом железный слиток где-то найти. Ну, надеюсь, в следующей серии мы с вами его найдем. Так что все. Всем мур-мур. Надеюсь, как говорится, вам серия понравилась. Если нет, то сори. В следующей попробуем что-нибудь, как говорится, найти еще. Так что все. Всем пока-пока.